28 мая флот союзников нанес поражение крупным силам японского флота у острова Мидуэй. Японцы потеряли 4 авианосца и множество других кораблей и вынуждены были ограничить свои действия в Тихоокеанском регионе. Но в июле 1942 года морская разведка союзников подала сигнал тревоги. Японцы строили аэродром на острове Гуадалканал, одном из группы Соломоновых островов. Оттуда они могли продолжить наступление. Командование разработало план операции под кодовым названием «Сторожевая башня» — одной из самых крупных морских операций с начала войны. Но на пути союзников стояла серьезная преграда. На острове Сава, к северу от Гуадалканала, в подземных туннелях были установлены десятки зенитных орудий, защищенных от бомбардировщиков. В таких условиях высадка на Гуадалканале была равноценна самоубийству. Стоп! Мы уже достаточно близко. Нужно уничтожить пушки и осмотреть все вокруг. Сверимся с картой. Так. Охрана, сторожевые посты, орудия ПВО. Мне нужна взрывчатка. Я думаю, мы сможем ее найти. Черт! Кажется, они нас заметили. А, по-моему, он нам не враг. Он больше похож на дезертир. Действительно. Не нравится мне это. Нужно проверить, кто он такой. Хорошо, поехали. Всем привет. Шестая миссия Командос 2. Цель миссии — спасти пилота и улететь на гидроплане, попутно взорвав вот эти орудия, выкрав золотую статуэтку и что-то там еще. Я готов. Вот так. Хорошо. Хорошо. Готовься. Так, сперва нужно поговорить вот с этим вот туземцем. Вперед. Самое сложное в миссии — это начало. Оно действительно сложное. Дальше, когда мы обзаведемся оружием, будет попроще. Разговариваем с туземцем. А, сэр. А я сержант Уилсон, сэр. Наемный солдат британской армии. Служу ее величеству, королеве Виктории. Я не помню свой номер. У вас с собой есть чай? Нету? Это ужасно. Я уже 20 лет мечтаю о чашке нормального чая. Найти здесь такую роскошь просто невозможно. А еще эти демоны надоедают. Знаете, здесь на острове водятся целые орды демонов. Правда, от них можно укрыться за деревьями. Тогда они вас не увидят. А еще здесь часто громыхает гром. Скоро вы его услышите. Да он каждый день гремит в этих туннелях. Так что даже спать невозможно. Заглушите его, и я помогу вам. Давайте закидаем гранатами сразу вот этих товарищей, всех, кто там есть. Как можно больше народу сейчас нужно закидать. Иначе нам придется с ними разбираться уже обычным стрелковым оружием. Так, трое есть. Сколько у нас? Еще 3 гранаты. Кидать нужно только, когда народу достаточно много собирается. Так, вот еще. Сейчас неудачный был бросок, всего 2 снял. А вот сейчас удачный бросок. 6 человек полегло. Куда ушли-то? Куда ушли-то? Вот этих двоих давайте попробуем достать. Без проблем. Так, гранат больше нет. У инженера есть зажигательные коктейли. Попробуем ими поработать. Хорошо. Так, 2 спалили. 3 спалили. Сколько? 1 коктейль остался. На кого его пустим? Тут, в принципе, больше и убивать-то некого. Все лежат. А, вот есть еще один мужичок. Моя уже. Все, спалили. Хорошо, здесь мы отработали нормально. Потратили все взрывчатые и зажигательные вещества.
И теперь нам нужно высадиться вот на этот остров. Это проблематично, потому что здесь ходит чувак с биноклем. В море плавают акулы. Так, значит, берем аквалангиста, надеваем на него скафандр и ныряем. Сейчас будем убивать акулу. У нас есть водяной пистолет. Так, акула убита. Плывем дальше. Акула стремительно бросается, поэтому нужно очень наготове быть внимательным. Так, все, вторую акулу завалили. Вот мы, в принципе, уже и прибыли на побережье под водой. Черт, меня тут же заметили. Тут же заметили. Давайте тогда пришлем сюда. Отправим туда вот этого туземца, чтобы он отвлек внимание. Вашим услугам, сэр. Вот этот туземец. Внимание вот этого чувака с биноклем нужно отвлечь. Хорошо. Проще простого. Я иду. Так, переключаемся на туземца, отвлекаем. Вот он начал там что-то изображать, а мы сейчас кидаем нож. Тело быстро унесли. Все. Главной проблемой на этом побережье мы избавились. Ножик забрали же? Ножик забрали. Теперь нужно избавиться вот от этого артиллериста. Кстати, а мы от этих-то двух. Тут возле ящика еще два немца должно было быть. А мы их убили. Они сбежали с нашим, и нам это сильно упрощает задачу. Ну, с артиллеристом быть проблем тогда не должно быть совсем. На всякий случай ползочком. В ящике мы можем, наверное, раздобыть мины. Но мины нужны. Мины нужны саперу. Давайте всех парней подтянем сюда же. Только здесь кого-то, я вижу, не хватает. Хорошо. Инженер остался. Мы слушаем. Команда, ребята. Хорошо. Сапер забирает мины из ящика. Пока заморачиваться раскладкой мин не будем. Вперед! Да. Сейчас нужно тихо снять. Ага. Вот этого. Сейчас соберем кучу боеприпасов. Вернее, кучи не будет как раз таки. В этой миссии дефицит жесточайший припасов к винтовке. Очень много придется работать пистолетом. Пистолетами. То есть, ну, если парней положить в одну кучу, и каждый будет стрелять из пистолета, то это тоже эффективная сила. Осматриваем тела. Пошли винтовочки, наконец-то.
принципе, я тут могу уже на командос переключиться. И вообще всех парней давайте сюда. Хорошо. Согласен. Всех с пистолетами ложим простреливать вот это. Хорошо. Направление. Вот так. Хорошо. Да. Не спеша осматриваем тела. Хорошо. После коктейля. Хорошо. Подобрать оружие нельзя. Видимо, оно тоже повреждено огнем. Хорошо. 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 Здесь всех посмотрели. Ну, сейчас нужно просто тогда спровоцировать, чтобы кто-то выстрелил. Вот так. Ага. Чтобы остальные сюда тоже сбежались. Вот так. Так, вот я выстрелил, вот они побежали. Ждем гостей. А, подождите, никто не побежал как раз таки. К вашим услугам. Тогда подойдем поближе. Я иду. Да. Че, куда вы пошли? Я готовился. Разошлись обратно. Тут куча трупов, они пошли обратно. Готово. Оставьте это мне. Так, нам этого мало, нужно опять привлекать внимание. Хорошо. Берем любого пехотинца. Снова производим выстрел из пистолета. Я иду. Так, побежал. Ага. А его уже ждут. Да. Да. Снова пробуем привлечь внимание. Ага. Вот так. Сука. Хорошо. Так, снова бегут. Хорошо. Стреляли. Бежит следующий. Идиота! Вот так. Да! Согласен. Собираем трофеи. Хорошо. 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 Ничего интересного здесь нет. Ну что, кажется, вот этот внутренний дворик мы практически, тех, кто был на улице, зачистили. Я готов. Начинаем зачистку зданий. Хорошо. Хорошо. Здесь тоже нужно действовать, наверное, хитростью. Я сейчас разложу парней на выходе из этого здания.
Чтобы они вот так вот стояли, с пистолета расстреливали всех, кто выходит из этого дома. Без проблем. Хорошо. И опять устраиваем провокацию. Хорошо. Ага. Да. Разве не хотят сюда идти? Они меня плохо видели. Блин, ситуация вышла из-под контроля. Прибежали откуда-то сверху, непонятно. Откуда? Значит, сюда нужно положить этого. Ага. С винтовочкой, чтобы он прикрывал это направление. Вот так вот ложим. Хорошо. Здесь командосы. Даже не так, его чуть назад надо. Очень просто. Так, достаем винтовку и вот так вот простреливаем все это направление. Как-то так. А провоцировать тогда будем, допустим, моряком. Я иду. Чижо! Так сюда! Пистолетом двое моих парней кое-как перестреляли. У моряка не осталось здоровья, но это не беда, потому что аптечек в этой миссии будет достаточное количество. Я обучен этому. Я иду. Трое только, да? Троих мы тут убрали. Значит, еще двое должны в здании были остаться. Давайте ножом снимем аккуратненько. Да. Да. Я иду. В шкафчике нашли бонусную книгу и три аптечки, консервы. Здорово. Вот этот крюк можно выкинуть, я им пользоваться в этой миссии не буду. Так же, как приманку для рыб выбрасываем. И сигареты я тоже убираю, тоже не нужны. Так, моряку сразу нужно сожрать аптечку. Это здание мы зачистили. Все аптечки отдаем командосу, ему это нужнее. Я в основном командосом буду в этой миссии управлять. Вот так. Так, враги попрут вот отсюда, наверное, да? Вот из-под этого навеса откуда-то. Нужно расположить парней так, чтобы их было видно. Давайте вот за этим зданием. Тихо-тихо-тихо, чуть не заметили. Готово. Меня. Вот, парней расположил, переключаемся на командоса. Ага. Сейчас будет бой. Хорошо. Так, привлек внимание, переключился. Готово. На винтовку. Пистолетов всех перестреляли. Я даже не потратил ни одного винтовочного патрона, потому что у меня почему-то была выбрана аптечка. Готово. Черт.
Согласен. Черт возьми, еще раз переигрываем. Там, оказывается, кто-то остался. Так, произвел выстрел. Со всех сторон побежали. Вот лишь бы через мост, с моста не побежали. С моста не бегут, к счастью. Сейчас я боюсь, кто-то с моста прибежит, потому что один чувак куда-то побежал в неизвестном направлении. Да, бегут с моста. Оставьте это мне. Но мы их встретим. Все. Все мертвы. Вот еще один остался. Я готов. До него мы сейчас доберемся. Теперь опять разгребаем всю эту кучу трупов в поисках боеприпасов. Вот так. Хорошо. 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 Что, все? Хорошо. Как видите, почти все в этой миссии с пистолетами. Боеприпасов в винтовке мало. Следующее здание давайте вот это вот проверим. Не-не-не, на столб мне лезть не надо. Мне надо зайти вот в эту хибару. Хорошо. Абсолютно пусто, здесь ничего нет. Бункер закрыт, его можно будет открыть только с помощью паяльной лампы. Вот так. Это будет позже, в конце миссии уже. Так, здесь просто до хрена народу. Подтягиваем парней. Согласен. Будем расстреливать. Вот так. Как обычно на выходе. Ага. Хорошо. Вот так. Ладно. Хорошо. Ага. Без проблем. Хорошо. Хорошо. Вот так. Я иду. Весь дом простреливается. Я готовся. Снова устраиваем кипиш. Хотя, знаете, команды как раз-таки с винтовкой лучше положить. Поставить вот здесь вот. А провокацию вот будем так устраивать с помощью кого-то с пистолетом. Я иду. Все, перестреляли. Сработала сигнализация, но никто к нам уже не бежит. Все умерли. Будет трудно понять, кого мы тут уже осматривались, потому что все трупы, они оказались хорошо в перемешку с теми, кого мы уже осматривали. Хорошо. Кого-то нашли. Хорошо. Так, это здание теперь должно быть чисто. Но в нем, опять же, абсолютно пусто. В нем нет ничегошеньки. Про бункер я говорил. Это к концу миссии, он пока закрыт. Бункер можно будет открыть только с помощью паяльной лампы, а паяльную лампу нужно будет найти на затонувшем корабле. Представляете?
Оставьте это мне. Тут можно тихо убрать. Хорошо. Хорошо. О, шкафчик. По-любому, там должны быть аптечки. Бонусная книга, 3 патрона, аптечек нет. Хорошо. Подождите, там какой-то... Нет, ничего здесь больше нет. Очень просто. Смотрим, что здесь. Тут тоже можно тихо убрать. Хорошо. Все. Оставьте это мне. Вон, кстати, немец. Уже идем. Давайте привлечем его внимание с помощью пистолета. Ага. И убьем. Хорошо. К берегу приходи, подближаться хорошо. Опасно, потому что там вон лодка стоит. Ага. Ну давайте попробуем рискнуть. Убил немца. Хорошо. А, ну снайперская винтовка. Ой, ой-ой-ой. Открыли пулеметный огонь с этой лодки, но я успел убежать. Очень просто. Ну а дальше нам только через мост двигаться. Стой, 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 стой. Кстати, вот это здание я мне проверял. Здесь нет ничего. Хорошо. Чуть не спалили. И вот это здание, тут сидит наверху снайпер. Вот это здание сейчас зачищаем. Хорошо. Вон, видите, по мне снайпер палит. Так. Хорошо. Сукин сын. Хорошо. Снайпера убиваем. Хорошо. Патроны к снайперке нам не нужны, естественно. Потому что снайпера в нашей команде нет. Хорошо. Вот в этом шкафчике должны быть... Так, бонусная книга, 2 коктейля Молотова. Ну что, сейчас надо тогда... Я сейчас залезу наверх, на вот эту снайперскую позицию, поработаю оттуда. Ну, там 2-3 человека максимум я подстрелю. А остальных парней раскладываем перед мостом, потому что с моста будут переть. Очень много врагов. Готово. Я ни хрена за этой зеленью не вижу. Хорошо. Так, одного положил. Хорошо. Второго. Готов. Ага. Хорошо. Хорошо. Вперед. Так, и третьего положил. Вот сам залезаю. Там, конечно, с пистолетов им будет очень непросто отстреливаться. Эффективность ведения огня невысокая будет. Я попробую поработать. Я не могу этого сделать, сэр. С этого окна. С обычной винтовки. Хорошо. Так, первый, второй могу подстрелить. Раз. Нет. Два. А эти, кстати, смотри, даже ничего и не заметили. Двоих я снял, а до остальных дотянуться уже не могу. Ну что, тогда я сейчас спускаюсь вниз.
Эти стоят неподвижно, да? Спускаюсь вниз. Готово. И будем на мосту встречать. Давайте готово. Произведем привлекающий выстрел. Они не слышат, суки. Блять, они что, глухие? Ну давайте тогда коктейль Молотова, может, в них метнем. Уже идем, сэр. Так, этих Вперед. Ребят тогда поближе подтяну. Компании разлеглись. Почему они не слышат, я не понял. Так близко. Ага. Так, кто-то что-то услышал, но они не идут сюда. Еще раз. Мне придется еще ближе. Вон они все побежали дружной кучей. А мои ребята только этого и ждут. Смотрите, если народу, как говорится, много, то и пистолеты вполне эффективное оружие. Я готов. Так, аптечку. Командосу. Согласен. Что, начинаем разгребать эти трупы потихоньку. Ага. Еще двоих убрали. Я сейчас поспешил застрелить их обоих, потому что они прятали тела, и, соответственно, я терял возможность подобрать боеприпасы. Хорошо. Куда ты побежал, ага. Придурок? Хорошо. Консервы давайте перекусим. Оставьте это мне. Хорошо. 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 Полный боекомплект. Хорошо. Зеленого берета у нас. Хорошо. 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 Ну что, через мост мы прорвались. Дальше можно... А дальше мы уже имеем возможность освободить вот этого пилота. Закончились уже... Закончилось место для подбоеприпаса его, зеленого берета. Поэтому... Патроны к винтовке отдаем моряку. Давайте моряк освободит вот этого пилота. Вот он в клетке сидит. А, парни, я так рад вас видеть.
Меня подбили 2 дня назад из какой-то зенитной пушки. Помогите мне, а я смогу помочь вам. Я вывезу вас и ваших людей с этого острова на гидроплане. Они вырыли на острове много туннелей и устроили целую систему подземных ходов. На западе есть бункер с зенитными пушками, а за холмом на востоке комната связи. В ней постоянно сидит кто-то из офицеров. Только у него есть ключ, который откроет доступ к туннелям и пушкам. Эй, не хотелось бы уходить с острова без сувенира? Недалеко от комнаты связи есть комната, в которой хранится золотая статуэтка обезьяны. Если мы проберемся туда, то сможем взорвать стену и взять обезьяну с собой. Правда, мне кажется, она очень тяжелая. Насколько мне известно, солдаты считают, что эта статуэтка приносит им удачу. Они верят, что с ней не смогут проиграть. Так, ну, пока что вести его на самолет небезопасно, поэтому пилота пока здесь оставим. Я готов. Хорошо. Это рабочие. Но тем не менее они вооружены. Нет, хорошо. Это солдаты. Солдаты работают на рудниках. Согласен. Пока можно тихо работать. Хорошо. Так, динамит. Динамит понадобится. Понадобится аж количество 3 штук. Хорошо. Чего не заметили? Уже идем. Стремительный бросок. Так, ну что, сюда надо моряка везти. За боеприпасами. Ни один боеприпас не должен пропасть. Да. В принципе, динамит можно отдать, я думаю, моряку. У него место в инвентаре навалом. Черт подери. Сюда не надо было выходить, мы сразу же спалились, это выход. Хорошо, вперед. Где-то в другом месте, давайте назад возвращаемся. Да, мы тогда выходим вот здесь, прямо перед носом врагов. Потихоньку теперь надо через мост. Что стоим? Вот и мы. Вашим услугам. Да. Попробую сейчас одним командосом попробовать продвинуться. Ага. Вот с моста я не смогу вот этого типа подстрелить. Нет. Слишком далеко. А вот этих двоих вполне. Так, много народу сбегается, но у меня патронов много. Если они будут по одному бежать, а они, в принципе, по одному и бегут, то я их всех перестреляю. Тут надо минимум вдвоем действовать. Смотрите, какая гигантская толпа народу. Подтягиваем сюда же моряка. У него 6 патронов есть. Да. А это значит, что будет намного проще действовать. Ну-ка попробуем вдвоем то же самое проделать. Уже 2 пушки будут работать. Yeah!
Смотри, сколько народу. Привет. Идите к папочке. Куда вы? Куда вы разошлись? Ну, в принципе, нормально. Пока уже нормально настрогали. И можно сейчас собирать трофеи. Готово. Хорошо. Так, бегут. Опять бегут. Перещелкали. Пока все под контролем. Вот так. Хорошо. 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 Врагов этой миссии просто немерено. Ну и мы уже поднаторели. Хорошо. Дальше моряк пускай собирает боеприпасы, потому что у этого полный боекомплект уже. Так, бегут. Я иду. А, нет, он просто так, просто бегает сам по себе, понятно. Ну, вот этот берег мы сможем сами зачистить, в принципе, без проблем. К вашим услугам. Пускай. Еще троих перестреляли. Готов. Только поближе, чуть-чуть. Так, побежали. Ну там с берега там буквально 1-2 человека, не беда. Все, отбились. Последний остался, давайте я до него доберусь. Давайте берег зачистим возле самолета и пилота сразу отправим к самолету. Я иду. Я иду. Я иду. Все, здесь все чисто. Я готов. Тогда давайте отведем зеленого берета к пилоту, и пилота отправим к самолету. Я не могу этого сделать, сэр. Потому что, чтобы можно было управлять NPC-персонажем, нужно, чтобы рядом... Вот и мы.
Да, сэр. Рядом находился кто-то из командосов. Вот, пилот, я... А, подождите, а... Да. Самолет-то не зачищен. Нам еще сейчас самолет надо будет зачищать. К вашим услугам. Самолет надо вперед, да. Готово. Зачистить. Ни хрена себе, спрыгнул с высоты с какой, с моста и поранился, сукин сын. Из-за тебя мне сейчас придется аптечку сожрать на ровном месте. Ну, самолет... Самолет я, в принципе, одним командосом сумею зачистить. В самолете нет никаких бонусов для нас. Оставьте. У покойников, по-моему, нет винтовок. Поэтому, в принципе, все. Сейчас хорошо. Сюда отправляем пилота. Самолет наш. Да, сэр. Так, отправил пилота. Вот он сразу пошел занимать место пилота. Эту второстепенную миссию, вернее, не второстепенную, первостепенную мы выполнили. А теперь нужно все вот эти здания зачистить. Я готов, сэр. Вот эти вот. Хорошо. Вперед! Да. Вот так. Хорошо. Все тихо получилось. Хорошо. Хорошо. Дальше вот эту хибарку. Ага. В ней, кстати, два входа. И один из них ведет к логову, так сказать, где мы будем похищать Хорошо. Ключ. Это лучше оставить на потом. Хорошо. Хорошо. Что мы найдем вот в этом ящичке? Хорошо. Давайте посмотрим. Еще два динамита. Согласен. Все, динамит в нужном количестве у нас есть. Всего их нужно будет три. Два, чтобы взорвать пушки. Третий, чтобы взорвать стену в комнате с золотой обезьянкой. Хорошо. Давайте сапера сюда приведем. Отдадим этот динамит ему. Ага. В принципе, инженера подтянем поближе. Хорошо. Ага. Да и давайте моряк. Вперед. Моряк тоже отдаст инферно. Хорошо. Вперед. Свой динамит. Чтобы все, весь динамит был у моряка, у сапера. Ему же им пользоваться. Отдали. Дальше вот это издание исследуем. Хорошо. Этого убрали тихо. Вот так.
Ну и все, здесь тоже подбирать нечего. Хорошо. Дальше нам надо вот этот вот берег. Ну нет, берег пока рано зачищать, потому что вот этот дом, по-моему, мы не смотрели. Оставьте это мне. Так мы были. Хорошо. Ну, значит, здесь мы все осмотрели. Готов. А. Консервов нету, да? Аптечку тратить пока жирно будет. Попробуем вот отсюда прямо сработать. Готово. Я не пойму, что там происходит. А, он находится намного ниже. Понятно, отсюда мы ничего не сделаем. Вот так. А спускаться надо вот по этой лестнице, да? Спустимся. Вот так. На подмогу моряка давайте приведем. Один я тут, боюсь, не справлюсь. Тут было бы неплохо вот этого. Сперва нужно тихо снять вот этого артиллериста. Так, ну я залег, спрятался. Артиллериста убрали. Очень просто. Теперь также тихо надо убрать вот этого немца, что сидит на берегу. Нет, ситуация вышла из-под контроля. А если попробовать в наглую? Допустим, моряком я сейчас застрелю вот этого товарища. Нет, подождите, друзья, так не получится. Все-таки нужно тихо действовать. Еще раз переигрываем. Так, от артиллериста избавились. Успел убежать, не заметили. Тихо избавляемся вот от этого немца. Хорошо. Хорошо. Ну и тихо можно избавиться вот от этого тоже. Блять, там и оказывается еще один немец стоит. Я его не заметил, вот он. Хорошо. Блять, да что ж такое? На ровном месте. Значит, этого тогда ложим, чтобы он прикрывал все это направление. Секундочку. Коль они откуда лезут? Да блин. К вашим услугам. Вот так, согласен. Я иду. Так, этого я положил. Ah!
Вот и все. Казалось бы, да? Уже идет. Придется перекусить аптечкой. А аптечек-то и нет, кстати. Аптечек нет. Вот это проблема. Хорошо. Тебе придется действовать вдвойне аккуратно. Готово. А, они, по-моему, у моряка должны быть. У моряка было вроде пара. Нет, я вообще-то все отдал малому. Хорошо. Посмотрим, что там у моряка. Да, у моряка нет аптечек. Вот и все, берег зачищен полностью. Берег зачищен. Вот здесь вход в бункеры. Что, туда пойдем? Пилота я отвел. Попасть к обезьянке я не помню. Ладно, погнали все. Буду проходить тем путем, каким проходил всегда до этого. Есть. Спускаемся вниз. Давайте сделаем это. Вперед. Здесь нужно поосторожнее. Здесь нужно всем раздать. Поделиться, во-первых, боеприпасами с моряком. Хорошо. Винтовочки. Готовься. Залегли. Кстати, вот в эту дверь, если зайдем, то там мы как раз-таки обнаружим Готово. Кучу аптечек и ключ от бункера. Так. Поэтому сейчас нужно парней всех сюда привести. Нужно поделиться боеприпасами. Ага. Хорошо. Делимся винтовками. Сапёру винтовку дал. Хорошо. Дал винтовочку инженеру. Вперед. Всех раскладываем. Так. Нас будем опять, как обычно, провоцировать, чтобы они все вылезли в проход. Да блин, не надо ничего. Да. Такое кропотливое очень такое микроменеджментовое управление, оно раздражает порой. Без проблем. Ничего. Хорошо. Этому, в принципе, можно вот так вот встать. Так, а я сейчас просто командосом опять же попробую их спровоцировать. Но опять же, у меня здоровья-то ни хрена нет. Хорошо. Меня. А я сохранился перед тем, как их расставил? Да, сохранился. Я готов.
Если я выстрелю за дверь, за стенкой, то навряд ли они прибегут. Ну вот я выстрелил. Согласен. Они не идут сюда. Хорошо. Хорошо. Так этот совсем уже дохлый. Ну ничего, сейчас будут аптечки. Хорошо. Тише! Хорошо. 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 Ага. Не хотят они сюда хорошо. Идти. Иди сюда! Чисто! Хорошо. Совсем дохлый у меня. Морпех, а? Давайте тогда другим бойцом будем их сюда заманивать. Тем же инженером, к примеру, он здоров. Хорошо. Сюда! Чисто! Так сюда! А, ну я придумал, в принципе, все же элементарно, друзья. Их надо просто поставить вот здесь вот. Вот здесь вот всех выставим и все. Хорошо. Вот так. Тише! Сюда! У этого закончились. Тише! Патроны к винтовке. Сюда! Да ёб твою мать! Я готов! Коктейль Молотова, что ли, туда кинуть? Гранаты, кстати, есть. Давайте попробуем гранатами тогда. Хорошо. Есть граната у сапера. К сожалению, нет. Есть только коктейли Молотова. Готов. Инженера. Хорошо. Попробуем кинуть коктейль Молотова. Готово. Троих сразу спалили. Или нет? Моя очередь. И вот еще троих. Смотрите, как хорошо. Хороший приказ. А вот адмирал, у которого мы должны выкрасть ключи. Так сюда! Все, справились мы наконец с этой комнатой. Ключи. Ключи забрали. Теперь тут можно поживиться большим количеством аптечек. И бонусных книг. Хорошо. Бонусная книга, аптечка, консервы. Сразу приводим в чувство зеленого берета. Еще консерва. Хорошо. Оставьте это мне. Еще три аптечки, еще консервы. Живем. Хорошо. Что в этом столе? Тут мы уже побывали. Хорошо. В этот ящик не заглядывали. Еще три аптечки, еще консервы. Хорошо. Еще консервы, еще нож. Мы это отдадим Тритону, хотя на самом деле... Он даже и не нужен. Я думаю, что давайте выкинем его из инвентаря. Ножами я точно согласен. Больше пользоваться не буду. Хорошо. Бонусная книга. Два коктейля Молотовых. Все, мы здесь все осмотрели, все забрали. Можно двигаться дальше. Хорошо, вперед.
А вот и это, собственно, золотая статуэтка. Тут нам понадобится... Понадобится сапер. Золотая статуэтка тяжелая. Поэтому нам сперва нужно взорвать. Взорвать стену, а потом уже выносить эту статуэтку. Переключаемся на сапера и закладываем взрывчатку. Вот возле этой стены. Уходим из этого помещения. Вот так. Без проблем. Взрываем. Взорвали. Без проблем. И вот дырка в стене есть. Статуэтку можно забирать. А статуэтку может забрать только... только команда. Он у нас самый сильный. Утащит ее. Ага. Схватил статуэтку. И вот в дыре в этой стене ходим. Утащим ее в самолет, чтобы нам засчитали хищение статуэтки. Нам ее нужно... унести в самолет. Обратите внимание, он тащит тяжелый предмет, и смотрите, как его поменялась его гримаса от тяжести. Видите, как он сморщился. Даже такая мелочь продумана. Все, выгрузили статуэтку, у него лицо расслабилось. Вот так. Значит, вопрос со статуэткой решен. Нам осталось уничтожить пушки и использовать гидроплан для побега. А, подождите, нам еще паяльную лампу на корабле нужно найти. Это может сделать только... Вот так. Только моряк. Так что переключаемся на моряка, отправляемся исследовать затонувший корабль. Там придется пострелять. Три аквалангиста, это довольно-таки проблематично их убить. Потому что там под водой спрятаться негде. Вот здесь вот затонувший корабль. Тут уже только моряк с этим справится. Остальных парней, в принципе, пока моряк бежит, мы отправляем к бункеру. Вход в бункер находится вот здесь вот. Здесь же, да? Да, здесь. Я только не пойму, почему здесь открыто. Ну, в принципе, мы можем и здесь спуститься. Так, давайте. Что такое? Я не понял, откуда они тут взялись? Загружаемся, я боюсь, что сейчас придется большой пласт заново проходить, да? Я готов. Блин. Опять придется большой пласт игры заново, я забыл сохраниться. Ну, что значит заново? Три минуты. Опять закладываем взрывчатку. Я так и не понял, почему его обнаружили. Просто нужно почаще сохраняться. Вот и все. Так, закладываем взрывчатку. Вот так. Вот так. Взорвали. Без проблем. Сюда командосы. Хорошо. И уносим в самолет. Так, командос пошел. Хорошо. Вперед. Так, а моряка отправляем. Тонувшему кораблю. Готов. Вот так. Вперед. Ага. Хорошо. Да.
Так, этот выгрузил статуэтку, все. Статуэтку хорошо. Похитили. Всех парней в одну кучу, так безопаснее. Ага. Вперед. Так, моряка переодеваем в гидрокостюм и вперед. На поиски паяльной лампы. По пузырькам, кстати, можно понять, где находится вражеский, видите, он пузырек. Так, одного мы подстрелили. Сразу всплываем. Кстати, на поверхности они нас не обнаруживают. Так, второй готов. Остался один аквалангист. Давайте заплывем ему в тыл. Куда? Ладно, хрен с этим аквалангистом. Давайте за паяльной лампой. Вот она. Всплываем. Нам не обязательно убивать этого аквалангиста последнего. Паяльная лампа у нас, и мы все можем отправляться к бункеру. Блять, что там случилось? Спалили. Там, значит, все-таки не всех немцев мы, да, перебили? Готово. А, вон стоит, последний оставшийся в живых немец. Сейчас мы его уберем. А у нас, оказывается, патронов нету. Винтовки. Но мы из пистолета его убьем. Я иду. И вот теперь патроны есть. Так, вход в бункер. Нам вот сюда надо паяльную лампу применить. Ага. Всех сюда. Хорошо. Да. Подтягиваем. Паяльную лампу может применить только инженер, поэтому дожидаемся его. Сразу говорю, что собирать... Может быть, я где-то забыл бонусную книгу, но я их все собрал в предыдущем прохождении. То есть для летсплея там исследовать каждый закуток карты я не буду. Как пожелаете. И так каждая серия по 2 часа идет. Так, отдаем паяльную лампу инженеру. Вот, и инженер... Открывает дверь в бункер с помощью нее. Хорошо. Все, дверь открыта. Да. В бункере будет до хрена народу. Вот эти пушки нам нужно взорвать. Нет. До них еще нужно добраться. Отсюда мы, кстати, к ним не попадем. А, но мы можем сделать по-другому. Мы можем сейчас применить хитрость. Мы сейчас произведем выстрел из пистолета. И они все побегут вот с другого входа в бункер. Хотя, в принципе, чё? Хорошо, давайте, вход в бункер, он вот здесь вот. Давайте сюда. Берётся. Все. Я готов. Хорошо. Друзья, мне нужно будет... Тем более нас ещё испалили. Я сейчас отойду на 30 секунд туалет. Все, я здесь. Сейчас разложим парней, наверное, перед входом. Вот так. Да. И понадеемся на то, что они сейчас сами все прибегут сюда. Хорошо.
хорошо. Да нет, знаете, так не проканает. Вот так. Очень просто. Блять, что ж такое? Ладно, я придумал как. Раз мы поставили парней сюда, я сейчас спровоцирую их вот в этом бункере, они все побегут в ту сторону. Побегут и их перестреляют. Надо заставить их, чтобы они меня увидели. Вот, увидели, побежали куда-то там. Их сейчас парни встретят. Парни встретят. Вот здесь вот. Они сейчас с этого выхода вылезут. А может и не с этого, кстати. Посмотрим. Да-да-да, с этого. Сейчас второй должен быть. Я готов, сэр. Ух ты, блядь. Тихо-тихо. Так, отбили эту атаку. Они со всех щелей побежали. Оставьте это мне. Хорошо. Хорошо. Согласен. Так. Хорошо. Хорошо. Ну-ка, лучше залечь, наверное, попробовать. Получится так? Нет, не получается так, все равно. Готово. Нужно как минимум, чтобы два человека здесь было. Нужно вообще тогда всех сюда спустить, всех. Хорошо. Не, ну они нас палят, друзья, они нас палят. Я даже не знаю, как мне подлезть к ним. Я вот думаю. Вот они сейчас сюда побегут, а я, соответственно, их буду здесь встречать, так что ли? Сколько ж вас тут, а? Пока никого нет, быстро аптечку применить. Готовы. Даже две. Все. Ну вот, сейчас перестреляли до хрена народу. И уже навряд ли сюда кто-то сейчас пойдет. Ценой двух аптечек мне это обошлось. Хорошо. Вот так. Я иду. Дальше боеприпас собирает моряк. Я иду. Теперь здесь относительно спокойно. Я не могу этого сделать, сэр. Вперед! Вот черт, откуда тут взялся патруль-то еще? Ну, слава богу, я успел сохраниться. Я обучу этому.
проходит патруль. Периодически. Вот опять они идут. Сейчас опять нас убьют. Огромный патруль из... Хорошо, вперед. Из пяти там человек. Быстренько сейчас попробуем спуститься по лестнице. Быстренько. Есть. Незамеченными, хотя навряд ли это удастся. Так, успели спуститься. Вперед. Не-не-не, так не получится. Еще раз быстро хорошо, спускаемся. Вперед. Надо их сразу куда-то спрятать. Есть. Вперед. Вот, и теперь быстренько вот даем команду простреливать. Блять, а почему этот не стреляет? Ой, блять. Хорошо, вперед. Почему командос не стрелял сейчас, я не понял. Есть. Вперед. Вот так. Так этому вот я дал команду простреливать коридор. Так и этому дал. Сейчас дела пошли вроде веселее. Блять, и он перестал стрелять. У него что, пистолета нет, что ли? Я не пойму. У командоса что, пистолета нет? Почему? Есть пистолет. Почему он на него не переключается, я не понимаю. Вот и мы. Так, давайте сюда всех остальных сейчас подтянем. Вот, всем дадим команду. Говорите. Простреливать этот коридор. Сейчас будем сюда их заманивать. Хорошо. Вот так. Ты туда смотри. Проще простого. Вот, и попробуем сейчас заманить сюда этот патруль. Вот где он? Он уже ушел, пока мы там возились? Хорошо. Видимо, он уже ушел. Ага. Вперед. Ага. Хорошо. Да. Ну, раз ушел, значит... Идем дальше. Вперед, сэр. Ну, сейчас вот как раз таки парней можно расставить. Я иду. С их винтовками. У моряка 5 патронов. Хорошо. У сапера 3 патрона, тоже нормально. Хорошо. У инженера 1 патрон. Вот ему надо дать. Хорошо. Дать патроны. Вот сейчас патруль сюда придет, и мы уже их будем встречать здесь. Хорошо. Оставьте это мне. Хорошо. Или... Вот так. Это выход на улицу. Нам туда пока не надо. Хорошо. 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 Еще нам нужно патруля дождаться. Тут где-то должен входить патруль. Ага. Но его почему-то нигде не видно. Я не понимаю, куда патруль делся? Он что, невидимый? Он то появляется, то исчезает. А вот, кстати, пушки. Оставьте это. Нам мне туда сейчас не надо. Оставьте. Мне нужно найти всех своих парней и идти одной кучей. Я думаю, так будет лучше. Ага. Хорошо.
Хорошо. Давайте сюда всех приведем. Вперед! Хорошо. Хорошо. Вот так. Ага. Хорошо. Что-то никак не поворачивается в нужном направлении. Я не знаю, с чем это связано. Готов. Может, не помещается, я не знаю. Но прицелиться он не может. Хорошо. Так, ну что, попробуем сейчас методом провокации, как обычно. Хорошо. Здесь пятерых положили. Вот так. Хорошо. Блять, пришел этот гребаный патруль. Оставь еще раз. Сейчас нужно будет быстро всех перенацелить на контроль вот этой Хорошо. Двери. Вперед. Хорошо. Потому что сейчас отсюда патруль вломится. Хорошо. Без проблем. Патруль мы встретили. Этот полудохлый. Готово. Хорошо. Инженер. Лечим его. Аптечек, кстати. Аптечки есть, есть. Инженера лечим. Вот так. Кому еще нужно? Вот так, а. Вперед. Хорошо. Хорошо. Почему не появляется иконка с индикатор? Почему не появляется? Хорошо. Вот здесь вот почему все пропало? Какую-то клавишу надо нажать, а тильду. Вот, хорошо, вперед. Надо моряка вылечить тоже. Да. Боеприпасы будем собирать? Наверное, придется. Утомительный долгий процесс сбора. Хорошо. Обшаривание трупов. Никуда от него не деться, потому что боеприпасов уже ни у хорошо. Кого не осталось. Хорошо. 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 Вперед. Патронами нужно со всеми поделиться. Ага. Хорошо. Согласен. Патронами поделились, разгребли эти завалы. Более-менее. Хорошо. В этой комнате что? Какой-то ящик. Хорошо. Три гранаты. Хорошо. Хорошо. Тут мы были. Значит, нам вот сюда. Хорошо. Нет, это выход. Хорошо. Хорошо. Я не понимаю, куда Хорошо. Я иду? Круг... А, на начало, что ли? Реально элементарно заблудиться. Пушки вот там, вот дальше по коридору. Но нам сперва сейчас нужно будет вот эти помещения зачистить. Готово.
всех парней сюда. Ага. Хорошо. Тут тоже. Ну, тут можно тихо хорошо поработать. Теперь нужно вот эту дверь проконтролировать. Напротив. Хорошо. Только все-таки давайте патроны заберем. Хорошо. Патронов-то и нет. Хорошо. Вперед. Вставляем парней вот напротив вот этой двери. Три. Ага. Четыре. Хорошо. Это по номерам, то есть у них же каждого свой номер есть. Пять. Всех расставил. Теперь команды сам опять устраиваем провокацию. Там народу просто до хрена. Все, всех перестреляли. Хорошо. В этом помещении, по-моему, тоже ничего интересного нет. Нет, подождите, два хорошо ящика. Бонусная книга, три аптечки, консервы, гранаты, все есть. Еще в шкаф, в стол. Хорошо. Ножик, ножик не нужен. И вот, хорошо, собственно, мы сейчас попадем вроде бы в помещение с пушками. Да, в это самое это помещение. Согласен. Сюда нужно саперов взрывать и уходить на самолете. Все, и миссия пройдена. У сапера есть два динамита. Один динамит здесь. Я учился для этого. Второй здесь. Без проблем. Входим. Взрываем. Раз. Что, все взорвали? Да, все пушки уничтожены, и мы можем грузиться все дружненько вот на этот. Я учился для этого. На этот. Готовься. Лифт. Лифт, который поднимает наверх. И, кстати, здесь есть еще два ящика. Еще бонусная книга, аптечки, которые уже не понадобятся. И прочее добро. Консервы, гранаты. Все это уже нам не нужно. Миссия-то пройдена. Грузимся на лифт. Все здесь. Поднимаемся и улетаем на самолете. Ну, до него надо добраться, но это уже дело техники. Уровень-то зачищен. Готово. Где наш самолет? Вот он. Вперед, ребята! Команда сбегает быстрее остальных, но его быстрее команда сбегает вор, правда. В этой миссии его нет. Миссия выполнена. Картинки мы не собрали, то есть два или три бонусные книги мы не нашли. Но я уже говорил, что при первом прохождении я их все собрал. А для летсплея тратить время на облазывание каждого угла смысла нет. Время прохождения 1:15. При первом прохождении было 2:08. Побыстрее. 17. Количество перезагрузок 17. Скорость прохождения отвратительная. А вторичные цели обезвреживания знарогов замечательно. Смотр территории на 80%. Спасибо за внимание. Всем пока.